Я нахожусь в Литве, в Сосновом Бору, рядом с источником, или по-литовски это будет называться Шелтинец. Я думаю, таких источников в Сосновых Борах много, но этот источник особенен тем, что мы здесь оказались именно в это время и в этом месте. Говорят, что в этом источнике очень много серебра, поэтому местные жители, и не только местные, а проезжающие мимо, набирают эту волшебную воду. Как она воздействует? Об этом мы узнаем после того, как выпьем много-много воды, которую мы набрали. В общем, сколько тут литров, я даже не знаю, у нас получилось. Но даже от того, что мы доехали до этого места, от того, что мы включали свою физическую активность и набирали эту воду, от того, что во время набора воды мы наблюдали за своими ощущениями в теле, и просто от того, что мы переживаем состояние уравновешенности в себе, даже от этого мы уже становимся здоровее, но даже не это самое главное, мы становимся мудрее и глубже погружаемся в себя, а значит познаем себя, познаем этот мир и, наверное, движемся по пути